чисто, я люблю такие цвета. Видно очень красивые вещи, еще не успела их разглядеть как следует, но опытным глазом могу точно сказать, что что-то очень крутое. Здесь все-таки люди ищут себе красивую одежду, красивый лук, и для них это больше, скажем так, повод обновить гардероб. Слушайте, друзья мои, московские цены, конечно, оставляют желание зарабатывать все больше и больше, потому что, как говорил один мой знакомый, не надо меньше тратить, надо больше зарабатывать. Всегда все весело, неожиданно встретить тех людей, которых ты не видишь там годами, а тут они все такие принарядились в обновках, и ты понимаешь, что кто сейчас в тренде, а кто сейчас нет. Мои впечатления от буйства красок и радости для глаза прекрасны. Мне кажется, что этот праздник тоже хорош тем, что мы подкапливаем энергию в течение года, а потом в один день ее выплескиваем. Вот в этом сила этого мероприятия. Если бы у меня было очень много денег, прям если бы я сейчас пришла где-то, не знаю, с миллионом долларов. То есть вынесла бы весь магазин? Я бы вынесла, наверное, весь магазин, потому что, конечно, красивые вещи в любом случае украшают женщину. На самом деле место для настоящего шопинга. Во-первых, здесь реально скидки в эту ночь. Ни у кого больше такого нет. Я считаю, что это гениальный ход. И если покупать вещи в эту ночь, то только там, где есть скидки, а значит, это только здесь, Крокус Фэшн. Активность, которая происходит в Крокус Фэшн Бутик в рамках Fashion Night Out, одна из самых семейных и теплых, и очень позитивных. Поэтому присоединяйтесь сегодня или в следующем году, но непременно будьте здесь.